Видео подготовлено сайтом онлайн.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 134 на странице 53 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте. Подчеркните проверяемую орфограмму в корне каждого слова. Перед проверяемым словом запишите проверочное. И образец выполнения задания нам дан. Да, Алина, проверяемая бездарная гласная, проверочное слово «дол». Краснота. Проверяемая бездарная гласная «а», проверочное слово «красный». Ледяной, бездарная гласная «е», проверочное слово «лед». Встает, бездарная гласная «а», проверочное слово «встал». Весело. Бездарная гласная «е», проверочное слово «веселый». Соленый, бездарная гласная «о», проверочное слово «соль». Смельчак, бездарная гласная «е», проверочное слово «смелый». Тенистый, бездарное гласное «е», проверочное слово «тень». Цветет, бездарное гласное «е», проверочное слово «цвет». Тихонько, бездарное гласное «и», проверочное слово «тихо». Составьте, запишите предложение с любым словом. Кошка тихонько прошла мимо собаки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.